Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить маскарад. И, как вы помните, в прошлый раз мы все-таки выполнили квест Гэри и освободили Носферату из лап вот этого вот, как бы это даже сказать-то, синдиката Фу. Хорошо, пускай будет синдиката Фу. Мы сделали немножко кровожадные действия в нем и немного отомстили за то, как над нами поиздевались и проводили опыты, как будто мы подопытные крыски. Так вот, теперь же он нам дал квест, это отправиться в особняк Джованни. Насколько я помню, меня безумно впечатлил он, ну, примерно так же, как и особняк Малкавиан, главы Малкавиан. Но в особняке Джованни находится саркофаг, поэтому это будет и нам интересно, и Лакруа интересно. В общем, мы достаточно сильно в этом продвинемся. Отправиться туда мы можем на такси. Так, Джованни Стронгхолд. Окей, прогружаемся. Я помню, что это было очень красивое место, и более того, мы сейчас не должны себя выдавить. Более того, мы не должны сейчас показать то, что мы не принадлежим к клану Джованни, поэтому нужно действовать весьма аккуратно. Не помню точно. Нет, переодевать нас не будут, хорошо. Но мы сейчас являемся гостем. Интересный фонтан. Как вам, нравятся ли вам гости, которые отправляются сразу же покупаться в вашем прудике? А, это вы так топаете? Хорошо. А вы кто? Да? В чем дело? Первое, это здесь собирается Джованни. Второе дело. Какое дело? Пойду узнаю, какое. А, первое. Джованни? А, да, это он и есть. Я не встречала тебя раньше. Ты, член семьи? Я их плоть и кровь. Правда? Классно родиться в такой семейке, или войти в нее, или и то, и другое. А у тебя есть приглашение? А, первое, вряд ли, но это хорошая возможность. Второе, возможно, прикол-то к моему пиджаку. Пересечемся внутрь. А, первое. А, не беспокойся об этом. Уверена, они тебя впустят. Просто скажи им, что потерял его. Я постоянно что-нибудь теряю. Странная дама. Не блещет умом пока что. Первый, отличный план, но кто ты? Второе, ты пользуешься своим. Первое. Мария Расселини. Первое, возможно, когда-нибудь встретимся в темном переулке. Или вон в том доме. Я ухожу. Слушайте, а мы не можем ее приглашение забрать? Я их плоть и кровь, да. Окей, ты пользуешься своим? О, я говорила, что у меня есть приглашение. Кажется, да. Да, у меня есть приглашение. Андай. Мой муж... Он большой крутой мужик. Так что ты можешь просто поцеловать меня в жопу, дорогуша. Первое, какие смелые слова для мертвой бабы. Второе, и неразлучные в жизни и смерти. Угадай, что я сейчас делаю. Если это говорит алкоголь. Ненавижу болтать с напитками. Третье. Жаль. Да, в чем дело? Первое, это здесь собираются Джованни. И второе, эта женщина тонет. Третье, дело. Какое дело? Пойду узнаю, какое. Давайте второе. С ней все будет в порядке после того, как я залью в нее в кружку кофе. Первое, да, она просто ходячий цирк. Второе, заставь ее отрыгнуть злых духов. И третье, вбей в нее трезвость. Четвертое, сейчас раз оставь ее дома. И в этот раз тоже. Первое. Но она уже успела зарядно принять, а любой прием алкоголя для нее превращается в пьянку. У этой женщины самоконтроль не больше, чем у шимпанзе. Быстрее, пока она не растеряла свои внутренности. Пошли, Мария, мы возвращаемся домой. Слушайте, а вот и приглашение Джованни. Причем, походу, две штуки. На имя Марии и Виктора.
Ну, наша проблема решена. А я просто болтала с людьми. Так. Блин. Моделька у этой девушки интересная. Я бы с ней пообщалась. Но, к сожалению, нет возможности. Ну, я и поняла вот сразу же, что у этой дамочки какие-то проблемы. Так. Что находится за особняком? Ну, как минимум, статуя. Что? Зачем? Кого мне здесь отвлекать-то нужно? Я вообще не думаю, что... Хотя это, наверное, знаете... Возможно, это вход для Носферату, ребят. Есть такое подозрение. Потому что... все же... с Носферату будет сложнее явно сюда попасть. Я за Носферату до сюда не доходила, по-моему. Может, и доходила. Может быть, я уже туда заходила. Интересный метод проникновения, конечно, в особняк. Я такой не помню. Но, тем не менее, это возможно. Поэтому, если что, пользуйтесь. Так, ты кто? Понятно. Вы все еще никак не уедете. Опять про молоко. У вас есть приглашение? Первый, у меня есть билет. Пропусти меня в этот балаган. Второй, куда? Третий, я поднимаю массу вещей, но такое мне не попадалось. Четвертый, не парк развлечений. Как ты смеешь спрашивать билет? Я ухожу. Первое. Желаю чудесно провести время. Всегда его так провожу. Потрясно. Потрясно. Я считаю, что это очень хорошее начало для нашего... Я не знаю, можно ли это назвать светским раутом. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Во-первых, мы сюда вошли. Вы проникли в особняк Джованни, теперь надо найти саркофаг. Окей. А мне еще 18 очков опыта. Давайте попробуем что-нибудь прокачать. Как вы думаете? Я бы, конечно, подняла себе эрудицию. Хотя, давайте посмотрим в инвентаре. Мы какую-то книжку нашли в прошлый раз. Ага, вы не знаете, что полезного можно почерпнуть из этой книги. И еще одна неопознанная книга. Ладно. Ладно. Тогда нам нужно обучение. Это, опять же, интеллект и эрудиция. Ну, давайте интеллект. Лишним не бывает. Одного очка будет достаточно? Нет. Не будет. Для этих книжек. Хорошо. 12 за эрудицию и 12 за интеллект нам понадобится в следующий раз. Хорошо. Хорошо, тогда пока что ничего не тратим. Просто заходим. Мы же уверенные в себе люди. Единственное, что, конечно, можно было бы чуть-чуть приодеться под случай. Хотя и, знаете, наверное, крепкая кожаная броня все-таки более-менее приличная из всего, что можно увидеть здесь. Вы слышите, там кто-то есть за дверью? Очень интересно. Подождите. Ух, хорошо. Хорошо, давайте сохранимся для начала. Потому что фиг его знает, что там будет сейчас внутри, но кто-то сопит очень сильно, и мне интересно, что там произошло. Правда, очень интересно. Поэтому сохраняемся. И хорошо, что дверь сразу же не открылась.
Теперь нам, получается, все двери подвластны. Опа! Это что? А почему вы такие? Девушки? А что с вами не так? А я могу вас выпить? Не, ну я начну пить одну, будет плохо всем. Ладно, это было очень странно. Это было очень странно, но я не знаю. Правильно ли я сделала, что это увидела? Ну, как-то так. Зачем эти комнаты нужны? Очень странное место. Так, это кухня. Самое место для меня, правильно? Нож. Мачете. Или как это правильно? Блин. Тесак, да, по-моему? Тесак шефа. Опять уголок странный. Ну да, видимо, везде здесь гуляет Носферату. Вау. А я не посмотрела, знаете, что здесь такой трындец. Ладно, в принципе, дверь с девочками можно не вскрывать. Она совершенно не обязательна. Хоть и весьма странная. Давайте-ка вернемся сюда. И будем иметь в виду, что вон там слева ничего нет. Могла бы пойти костюмированная вечеринка. Все улыбаются, делая вид, что это не показуха, устроенная патриархом этой семьи. Прекрасно. Но это состязание, и я его выиграю. Первое, я не могу уловить ход твоих мыслей. Второе, мне не нужна твоя история, мне нужен саркофаг. Третье, я тоже член семьи. Я... А ты кто? Четвертое, нет, приз будет моим. Первое. Если вы даже не знаете о состязании, тогда вам незачем беспокоиться о том, чтобы его выиграть. Первое, мне не нужна твоя история, мне нужен саркофаг. Третье. О, еще раз привет. Мне не нужна твоя история, мне нужен саркофаг. Давайте так. Саркофаг? Я слышала, они прикрыли это заведение после того, как нашли там пропавшую болельщицу, которая умерла от передозы. Это было очень давно, когда я еще училась в школе. Ты не знаешь, что да, меня больше нет. Ладно. Давайте я тоже член семьи выберем. Мира. Мира Джованни. Расскажи мне правила соревнования. Они собираются нас здесь, чтобы определить, кто же лучший. Ярчайшие представители этого поколения. Редкие счастливчики получают реальную власть в его этой семье, но некоторым из нас победа нужна больше, чем остальным. А не важно. Вам не понять. Окей. А расскажи. Забудьте. Я уже сказала слишком много. Я могу устроить эти состязания. Вообще-то, это ученики двое людей, которые, как известно, преследуют ту же цель. Один из них Крис, мой кузен, другой Адам, который заработал огромные деньги для Бруно на инвестициях в технологиях пару лет назад. Они сойдут с дистанции, тогда выберут меня. Первое, к чему ты так стремишься? Второе, ты коллекционируешь скелеты в шкафах. Третье, ты чем ты заплатишь за скелеты в шкафах? Первое, к чему ты стремишься? Дядя Бруно, еще когда я была ребенком, он уже был патриархом этой семьи. Вот только он не состарился ни на день. Я встречалась с сенатором из Массачусетса, который спрашивал, не родственница ли я Бруно Джованни. Сказал, что дядя Бруно помогал ему в первой его кампании в далеких 50-х. До всех на это доходили слухи. Ядро этой семьи, они никогда не стареют. Они скрытно ходят разговоры о магии крови и поцелуях. Что бы то ни было, для этого они выбирают лишь лучших из нас. Я сделаю все, что угодно, чтобы меня выбрали. Я допустила кое-какие ошибки, но я отлично лоббировала интересы этой семьи. Угу. Какой же был изъян в твоих решениях? Что? Забудьте, я ничего об этом не скажу. Я обсужу это с собой.
А можно еще раз с тобой поговорить? Могу продать тебе кое-чьи скелеты со шкафами. Yes. Да. Я граблю умы этой вечеринки и вернусь. Ладно. Судя по всему, нас ждет очень много общения со всеми. Привет. Не похоже, что мы знакомы. Мое приглашение гласит и Мария Расселини. Второе, одна упущенная возможность — это миллион новых. Третье, я себя знаю. Мы все меня знаем. Я колобок на обеденном столе. Первое. Это забавно. Тут все такие серьезные. Надя Миллинер. Надо познакомиться с вами, Мария. Вы чикагских Расселини? Первый, да, классный город. Второй, центральная часть США, и я — это как пропеллеры и ламантины. Первое. Ой, передайте мой привет большой тете Фрэнсис, когда вернетесь, и я останавливалась у нее в прошлый раз, когда была в всех краях. Она была очень со мной мила. Первое, откройте тете Фрэнсис, расскажи мне о Надии. Сейчас я пишу здесь магистерскую работу. Я с Востока. Джованни были очень любезны, позволив мне жить здесь, пока не закончу свои исследования. Я столькому от них научилась, вы просто не поверите. Первое, какие картины открылись твоему взору? Второе, веруешь ли ты в саркофаг? А третье, я ускользаю назад в вечеринку. Давайте первое. Я не могу об этом рассказать ничего. Первое, но мы же плоть и кровь, в том числе и твоя. Второе, я отлично вижу твой высунутый язык. Третье, тогда отведи меня в то место, где губы могут разомкнуться. Четвертое, и расскажи, где здесь могут прятаться саркофаги. Первое. О, забудь об этом. Там, на самом деле, нет ничего интересного. Первое, тогда я продолжу вопрошать, пока ты не покоришься моей воле. Второе, ты выглядишь такой зрелой, но ведешь себя несоответствующе. Третье, твои глаза вовсе не вопиют об отрицании. И четвертое, тогда я оставляю тебя наедине с твоим ничего. Давайте третье. Окей, я покажу тебе кое-что, но ты никому ничего об этом не расскажешь. Обещаешь? Следуй за мной. Я буду прямо позади тебя. Так, хорошо, интересно. Что же она нам такое покажет? Come on. Блин, а здесь что-то должно быть, да? Bad money, no banana. Что? Ладно, допустим, не важно. Come on. Иду, иду. Так хочется на нее напасть и выпить. Видите, здесь я даже стрелять могу. Здесь Элизиума нет для меня. Поэтому я могу пройти особняк Джованни разными методами. Судя по всему. Ну, не уверена точно, конечно, но, скорее всего, да. Наша цель, самое главное, это получить саркофаг. Ну вот, как всегда, из хорошего особняка мы начинаем видеть вот такое. Вау. Окей, давайте с ней поговорим, наверное. Знаете, чем они занимаются в этой комнате? Первый, высасывают красный соус. Второй, я хочу сказать, Надя. Третье, пугай детишек на каникулах. Давайте первое. Ага. Знаешь, что они делают с трупами? Первое. Второе, выкладывают на веб-страницу. Третье. Хот-доги. Все детишки любят хот-доги. Четвертое. Отрубают руки и пришивают на их место огромные шарики. Первое. Я не должна этого делать, но почему бы не показать тебе? Ты увидишь странные вещи, не говори, что я тебя не предупреждала. Да, и приготовься бежать, если понадобится, ты поймешь, если это будет нужно. Следуй за мной. Я все еще позади тебя. Я все еще позади себя даже. Во. Классная фраза. Так, окей. Ну, сейчас за ней побежим, только... Мне все же очень интересно.
Что это? Возможно, это если бы... Блин, я рано сюда, видимо, пришла. Это, возможно, если бы Надя... Ой, блин, там кто-то есть. Это, возможно, если бы Надя, в общем, нас сюда не привела. Да, была бы возможность сюда попасть. Кстати, я ее сейчас не вижу. Книга Джованни. Оккультный предмет для Пиши. Да, это классно, конечно, что я получила одно очко опыта, но и все, как бы. К сожалению. Я статуэтку дала из музея, я так и не забрала. Ну ладно, давайте здесь осматриваться. Все нормально, 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 нормально. Чуть-чуть поклевал. Блин. А нифига себе, ты у меня всю кровь высосал. Слушайте, я... Что-то у меня кровожадности дофига. Мне придется выпить эликсир древних, к сожалению. Ага, здесь зомби. Много зомби. И здесь зомби. Как внезапно. Подождите, а где девушка? Что-то здесь должно открывать эту дверь, да? Ладно. Так, Кольт Анаконда, мой дорогой. Что за метка Сядова? Ну, вроде нормально. Как вы считаете? Я считаю, что вполне. Другое дело, что... Как пройти дальше в дверь? Вот это несколько неясно. Потому что здесь, очевидно, непростое место, и все же что-то нужно делать. Возможно, я очень по-глупому сделала, что не побежала за девчонкой. Блин, они снова поднимаются, а что? Не, а как мне ее открыть? Опа! Все, открылось. Хорошо. Нет, это очень хорошо. Только куда мы дошли в итоге? Меня немножко напрягает ситуация, потому что я не знаю, куда мы идем, и я, возможно, слишком далеко ушла от, скажем так, начала нашей вечеринки. И, как всегда, пропускаю много мест. Опа! О, смотрите, сколько голов. Ой, я, по-моему, помню эту фигню. Сейчас будет не очень приятно, по-моему. Давайте здесь посмотрим, что... А, ага. Ой. Они реагируют что? Только на мертвых? Ну, то есть окончательно мертвых, как не восставших. Что это за место? Ой.
Но мне кажется, что я, несмотря ни на что, очень близка к саркофагу. Нифига себе, 144 урона было. У нас почему-то трупом остался, хотя они разрывались обычно. Ну ладно, это, видимо, не суть важно. Как выстрелило, так и получилось. Давайте пойдем на этот раз направо. Что вам нужно от меня? Это место вообще как-то открывается? Ну, это очень странно, потому что я не вижу ни одного признака. А, вот. Хорошо. Это называется, кому-то хочется заиметь побыстрее саркофаг. Настолько быстро, что мы даже не ознакомились с особняком Джованни. Надеюсь, нам не придется возвращаться обратно, потому что это, блин, далеко и, возможно, не очень безопасно. Но отбитые люди, видите? Здесь, конечно, не так, как в особняке Малкавиан, какие-то загадки или еще что-то, но... Такая себе атмосфера. Ой, по-моему, сейчас здесь будет сложно. Давайте сохраняться. Давайте сохраняться. Жаль, что я так и не купила катану. Очень. Ну, возможно, сейчас нам поможет кольт. Правда, у меня патронов от него осталось всего ничего. Ну, давайте УЗИшку возьмем. А, игра сохранена, окей. Нашли комнату с саркофагом. Сородич, твое присутствие здесь нарушает соглашение между нашими лидерами. Уходи немедленно, или столкнешься с последствиями своих действий. Первое. Второе. Где источник моего этого гнева? Может, в вашем отце? Третье. От спагетти хоррора до кунг-фу фильма. Это просто двойной сеанс. Четвертое. Последствия. О, а какие именно? Второе. Между вашим лидером Блэкроа и госпожой Минжао существует союз. Ты нарушаешь соглашение. Если ты не уйдешь, мы не виноваты в твоей смерти. Первое, я не вижу никакой связи. Второе, союз. Это синоним слова вранье. Третье, ну, чего они вечно болтают перед дракой? Бла-бла-бла. Четвертое, думаете, что вы хорошие кунг-фуисты? Кунг-фуисты. Ну, тогда какие... Второе. Мы даем тебе последнюю попытку покинуть это место и сохранить свою жизнь. Ты уходишь? Первое, говоря словами Джорджа Вашингтона, не можешь делать это, Педро. Второе, вы все еще болтаете, я вас не слышу. Третье, я все еще здесь. Четвертое, а вы, ребята, не слишком маленькие для боссов, не поделитесь своими слабостями. Первое. Время принятия решения вышло. Мы, братья Чан, благословно принимаем твою жизнь. Моя жизнь принадлежит только мне. Напряженные ребята, по-моему. Кстати, почему у меня сейчас... Вау! Почему у меня какого-то хрена сейчас... Все... Убралось из рук. Заранее же ведь так приготовила УЗИшку. Вы чего такие проблемные? Брат коготь, брат клинок, окей.
Ладно, побегаем, погенерируем. Порегенерируем, точнее, жизнь. Немножечко перезарядимся. А я могу их выпить? Блин. Да что же это такое? Если мне сейчас дадут отрегенерировать жизнь, то это будет полная тотальная победа. Потому что тогда, скорее всего, я смогу их победить. Но, естественно, для такого нужно ждать. Потому что все, ну, серьезно, не просто так. Сейчас у меня жизнь доползет желтенькая до конца. И красненькая ползет тоже наверх. Как хорошо, что вам не обязательно смотреть на весь процесс. Но, в принципе, сейчас до сих пор у меня персонаж спокойно сидит. И никаких проблем не испытывает. У меня сейчас отрегенерируется полностью жизнь. И я спокойно абсолютно пойду и всех убью. Если бы вы знали, сколько до этого я пыталась пройти их, я пыталась их резать ножом, я пыталась их бить дубинкой, топором, кулаками, опускала, в принципе, до пол хп, либо почти убивала одного брата. Не получалось. Я их убивала с культа анаконды. Это, кстати, самое лучшее средство, потому что она наносит сразу же аж там по 20 урона. 16-20, и это очень круто. Если бы у меня было бы в нем больше, чем 6 патронов, это было бы лучше. Ну, стреляла я разными пушками, УЗИшкой там, и так далее. В общем, все было плохо. Единственное, что у меня получается очень хорошо, это бегать от них, перезаряжаться и их в этом туннеле бить из дробовика. В принципе, хорошая, я думаю, тактика. Если у вас так же, как у меня, какие-то проблемы с ними, попробуйте. На дробовик все равно везде патроны валяются, поэтому не думаю, что у вас возникнут с ними какие-то проблемы. Сейчас у нас буквально осталось совсем чуть-чуть времени, и мои, наверное, полуторачасовые страдания, потому что этот выпуск записывается не в один день. Вчера я попыталась это пройти, у меня сгорело где-то через полчаса, и сегодня вот второй день, я уже час, как пытаюсь убить этих братьев. Ну что ж. Привет! Самое прекрасное, что они не знают, где я. Но у меня сейчас затемнение пропадет, и мне будет немножко проще. Вот это было сейчас неприятно. Вот из-за того, что они не знают, где я, именно поэтому такое случилось. А мне, в принципе, пофиг, мне хоть по одному патрону в них саживать. Все равно приятно. Тем более там по одному второй брат вечно огоньком проходится. Не думаю, что ему от этого сильно приятно. Что это за фигня происходит, я не знаю. Но они что-то делают в этот момент. Окей, еще чуть-чуть ранее. Слушайте, я рада даже урону в 2 единицы, потому что если это все сработает, то я их пройду и забуду, как страшный сон. Что вы все-таки делаете? Мне нужно нарушать это или нет? О, критический урон. 14. Ну, это, конечно, не критический урон для дробовика. Это несерьезно. Но. Блин, меня сейчас убьют нафиг. Нужно быть осторожным.
нужно отрегенерироваться. Я еще чуть-чуть посижу, ребят. Надеюсь, что мне это сейчас тоже поможет, так же, как в первый раз. О, он побежал. Окей. Я не шевелюсь, я не двигаюсь. Надо аккуратнее быть с затемнением, потому что, видите, не всегда срабатывает как надо. Вот он сейчас пришел, но он больше не бегает, и это меня радует. Больше шансов для того, что я убью хотя бы брата Когтя за этот раунд, скажем так. А брата Клинка, в принципе, я тогда убью без каких-либо особых проблем. Подождем. Ну, давайте еще раз попробуем. Убить на этот раз именно брата Когтя. Если получится, опять же. Ну, что это не факт. Они же знают, где я нахожусь, да? Мне сейчас самое главное, чтобы меня не зажали. Окей. По Когтю попали. Отлично, сами налетают на пули. Другое дело, что мне очень приятно, что мне приходится так часто перезаряжаться, но в принципе, ладно уж. Не так уж и велика проблема. Угу. Значит, это они подрывают эту фигню. Слушайте, ну что я вам скажу? Мне нужно затемнение опять юзать. Я не добила, но это крайне опасно сейчас. Знаете, это самое дикое чувство, когда ты, наверное, сколько прошло со временем последнего выпуска, может быть, неделя, и вот все это время я по чуть-чуть, знаете, заходила на полчасика в день, там, на 10 минут пыталась там побить братьев, и била в итоге их по чуть-чуть, это самый лучший был этап. Пряталась вот так вот в уголочке с затемнением и, в принципе, сохранялась, когда у меня остановилась полная жизнь. Сейчас остался самый опасный брат Клинок, и я уже не в первый раз пытаюсь его убить. Один раз был, когда я его вот буквально миллиметр остался, но у меня не получилось, он быстрее меня ударил. В общем, да, это было обидно, но в любом случае сейчас я очень близка к победе. Он стоит по центру, как раз мне не мешает. И сейчас у меня будет полное здоровье. Я сохранюсь опять-таки и пойду в атаку. Думаю, это будет последняя битва с ним. Надеюсь на это, потому что катаной рубит очень больно. Надо купить катану. Обязательно купить катану, потому что... Следующий бой, который меня ждет, а я знаю, я помню прекрасно, это не самое худшее, что есть в игре, поверьте. Следующий бой будет намного хуже. Ага. Ну где ты? Давай на арену. Только ты и я. И моя стража? Я тебя прикончу, зараза, достал ты меня. Фуф. Есть. Мы убили братьев Чанг.
Я мечтала об этом моменте. Я мечтала, когда это произойдет. Это лучшее. Мы забрали с собой саркофаг. Из особняка Джованни. К сожалению, назад мы уже не вернемся. Настало даже время порадовать Лакруа. Кто же еще нас за ним посылал, правильно? Надеюсь, мы туда же сейчас придем. О, точно, башенка Лакруа. О, а тут сразу же у нас тот самый оборотень или кто-то. Так. Так, я с тобой говорить не могу, хорошо. Окей. Мой вундеркинд вернулся. Я знала, что в моем дворе есть лишь одна, способная преуспеть в этом деле. Наконец, старый Анкарский саркофаг наш. Подойди. Я решил удовлетворить просьбу Беккета и изучить, задокументировать гравировки на саркофаге. Ты ведь уже встречалась с Беккетом, так? Давайте заглянем внутрь и узнаем, для чего была вся эта суета в городе. А, первое, да, оно сидело под камнем слишком долго, не могу дождаться. Второе, сладости или золото, я положу что-нибудь в свой карман. Третье, я знаю. Давайте про сладости или золото, потому что, черт возьми, отблагодари меня. Ты будешь вознагражден за свой труд, я обещаю. А теперь, давайте откроем саркофаг. Ладно, да, оно сидело под камнем слишком долго. Но вообще ты меня который раз уже накалываешь с наградой. Что тебе уже удалось выяснить? Огорчение глашатаев судного дня. Похоже, мы открываем не ящик Пандоры. Эти символы, насколько я могу судить, из сирийского происхождения. Редкий образец, но ничего способного потрясти мир. Ясно. Значит, нет никаких серьезных причин, чтобы не открывать его. Не поддается. Беккет, ты видишь какой-нибудь механизм, открывающий крышку? Мне пока еще не удалось пройти здесь частым гребнем. Но вроде у меня как раз завалялся один в кармане. Почему он не открывается, Беккет? А ты, кажется, ты говорил, будто похоже было, что его открывали на Дейн. Я хочу его открыть. Ты. Вам с Беккетом надо найти способ открыть его. Но мне нужно узнать, что внутри. А пока что я займусь такими делами. Возвращайся ко мне, когда найдешь решение. О, как низко я могу пасть, чтобы доказать чужую неправоту. Молодежь так темпераментна. К счастью для Себастина, да? Я уже решил открыть саркофаг, лишь бы доказать всем городе, что гиена, вопреки распространенному мнению, не наступит. Первый, так как открывается этот ящик. Второй, хочу, чтобы его открыли. А кто я? Какое нам дело? Третий, ох, а что же в ящике? А, давайте третье. Приложи ухо. Я стряхну его. А ты скажешь, что по-твоему находится внутри. А есть идеи получше? Да, верное замечание. К счастью для нас, я знаю, кто обладает выдающимися знаниями в этой области. И второй тот парень из исторического канала в пробковом шлеме. С ним забавно учиться. Первое. Его зовут доктор Андрес Йохансен. Он профессор археологии из Норвегии. Именно он нашел саркофаг, и, насколько мне известно, он является единственным специалистом по его происхождению и конструкции. Первый, он, наверное, в туалете. Смертных всегда это можно там найти. Второе, он потерялся. Второе. До вчерашнего дня его можно было найти в его номере в отеле Empire в Даунтауне. Но когда я заглянул туда прошлым вечером, все, что я обнаружил, пролитый кофе на утренней газете. Похоже, его похитили. Первое. Чёртовы пришельцы.
Это их рук дело, верно? Второй, ну почему все обручи должны быть в огне? Третий, он не изложил свои мысли на бумаге перед тем, как его украли. Второй. Where's the fun? Without а разве со сложностями не веселее? Окей, куда ведет след? Я заметил запах миры, ароматической смолы, которую обычно воскуривают в монастырях. Также я нашел морской песок на грязном отпечатке ноги. Сложив 2 и 2, я вычислил монастырь возле пляжа Малибу, где, как я полагаю, охотники держат Йоханссона в плену. Первый, да уж. Теперь ясно, почему матрасы летают. Второе, ну-ну. Третье, эта история куда-то ведет, и мне пора за ней поспешить, верно? Третье. Охотники похитили доктора Йоханссона ради его же безопасности. Или, по крайней мере, они это так объясняют. Его удерживают в обществе Леопольда и используют, что довольно остроумно, как наживка для приспешников князя Лакроа. Первый Леопольд. Леопольд хорошее имя для котика. Второе, все понятно. Я рыба. А где же крючок? Третье, когда вызволишь его, напиши об этом комикс, и я смогу пережить это приключение. Четвертое, охотники, как чипсы, тоже хорошо упакованы. То есть, они хрустят под ногами. Первое. Себастьян упоминал, что ты недавно столкнулась с одним из охотников общества Леопольда. Это настолько секретная церковная организация, что я даже не думаю, что им известно о собственном существовании. Но существенно лишь то, что они убивают во имя Христа или какого-то подобного божества. Окей, где крючок? Первое. Тебе следует отправиться в монастырь и найти способ проникнуть в подземные тоннели, где охотники держат Йоханссона. Боюсь, я не смогу сопровождать тебя, но, с другой стороны, даже лучше, если ты пойдешь в одиночку. Большее количество гостей может опугнуть их, как представителей противоположной точки зрения на религию. Первым, могу я одолжить твой дирижабль, и второе, пойдем со мной, это будет весело. Пускай пойдет со мной, да? Не то, чтобы мне не нравилось нести самое сердце опасности, сори, перед лизаться к местным должностным лицам, но... Вообще-то все именно так. Я предпочитаю не вмешиваться в политические дрязги. Кроме того, я лучше задокументирую саркофаг, пока Громила Лакроа не разломала его в попытках открыть. Первый, куда я отправлюсь без твоей компании? И второй, я тоже не хочу этим заниматься, но скажи это тому, кто играет мной. Ладно, первое. Не советую тебе пешком. Несомненно, Себастьян уже оплатил такси, я уверен, он никогда не экономит на расходах, когда дело касается археологии. Первое, хочу извлечь кое-что из твоего мозга. Второе, почему я до сих пор здесь, мне уже пора. Третье, я не могу ловить охотников в таком жалком состоянии, мне необходимо восстановиться. И четвертое, для начала я хочу поговорить с человеком башни. Ну, на самом деле, я не думаю, что ему стоит говорить о человеке в башне, но... Может быть, и стоит. Давайте просто попробуем извлечь что-то из его мозга. Excellent. Превосходно. Поведай больше о таинственной личности Леопольда. В целом, общество очень мало о нас известно, но они знают, как нас убивать и пытать, чего вполне достаточно. К тому же, некоторые из них владеют силами, которые делают их опасными противниками. Затемнение может сослужить тебе там хорошую службу. Это ящик Пандоры? Ну, если мы откроем его, и мир придет конец, то да. Если же откроем, и с миром ничего не случится, то нет. Я бы поставил на последнее. А что там с нашими слабыми сородичами? Как маломальский здравомыслящий сородич может думать, что эти жалкие бедняги представляют собой непосредственную угрозу? Это абсурд. Большинство из них боялись или как минимум устранились меня. Прискорбно. Но в их отчаянии, впрочем, может цеплиться из края революции. А будь я зеркалом, кого бы ты во мне увидел? Я уже довольно много рассказала о себе, я знаю тебя меньше, чем ты обо мне. Почему бы тебе не рассказать о себе? Первое, неважно, насколько прелестна его грива. Я не собираюсь потакать зверю во мне. Второе, я поглощаю знания, словно червь поглощает мертвую плоть. Третье, я совершаю открытие дверей.
Четвертое. Зачем тебе знать, почему ты задаешь вопросы? Давайте, наверное... Первое. Надеюсь, через пару сотен лет твоя точка зрения не изменится. Я видел, как некоторые из наиболее податливых уважаемых коллег за пару десятилетий превращались в бесстрастных убийц. Это ведь так заманчиво. Покориться, и нужно стараться изо всех сил, чтобы не поддаться искушению. Мне трудно помнить, что ты ходячий труп. Если у тебя нет вопросов, мне бы хотелось очень вернуться к осмотру саркофага. Ладно, хорошо, в данный момент в моей голове пусто, я ухожу. Помни, доктор Йоханссон невинный человек, он понятия не имеет, что мы на самом деле существуем. Постарайся не спровоцировать подобную мысль в его голове. Какую мысль? Ну, в принципе, нам все понятно. А Лакруа, как всегда, мне не заплатил, поэтому, короче, я не люблю Лакруа. О, давайте поговорим с мистером Пончиком. Ах, очень извиняюсь, но мистер Лакруа сейчас велел никому к нему не пускать. Похоже, он на взводе, должно быть, сказываются долгие ночи на работе. Так или иначе, я не могу сейчас позволить вам к нему подняться, простите. А мне мои слова должны найти его до того, как этот час умрет. Мистер Лакруа выразился очень четко. Может, если вернется попозже, он уже успокоится. Он жестко переживает по поводу того саркофага, что украли из музея. Наверное, он любитель истории. Ты еще узришь мое лицо. Мне не разрешено никому открывать двери. Простите, мисси. Слушайте, нифига себе. Представляете? Нас даже под внушением туда сейчас не пускают. Интересно, он построил, конечно, этого Чанка. А я думаю, что сейчас самое время, на самом деле, перед отправкой за саркофагом посетить... как это называется? Посетить, во-первых, башню Треми, поговорить с... их головой. И также нам еще обязательно нужно получить деньги и желательно закупиться разными пушками. А, что мне тут надо было, блин? Какой-то наконда. Бредок. О, вот они. А какой максимум-то? Садовый серп. Штейгераук? Серьезно? Блин, это же ведь та самая пушка, в которой в CSGO есть, да? АОК. Слушайте, классно, наверное. Джейми Сью, блин. А сколько у него? Летальность 10, потенциал урона 30. Слушайте, это классно. Это реально круто. Но... так как культ анаконда, потенциал урона 39, летальность 14. Все-таки мне культ анаконда очень прям вдохновляет и нравится. Не хотелось бы мне его терять. Так, это мы все продаем. Мне нужно, знаете что? Мне нужно поднять немножко навыки. Мне нужно обучение. То есть это мне либо интеллект, либо эрудицию. Мне не хватает все равно. Так. А еще мне очень сильно нужно выпить. Кружки, но сначала я заберу деньги. Очень сильно надеюсь, что они там будут. Продвинулись, закрыли эту сюжетную ветку. Так, вот эту девушку мы сейчас испьем. А то... дорогая, нет. О май гад.
Это что, типа, было слишком грубо? Нарушение маскарада? А где у меня было сохранение? Как мы вышли в даунтаун? 3 минуты назад. Ну, в принципе, да, давайте. Да, хорошо. Разве что я хочу выпить этого охранника. Он очень приятно здесь стоит. Криминальное нарушение теперь. Лол. А криминальное нарушение что-то нам дает? Да нет, вроде. Оп. Полиция ищет. Представляете, что я натворила? Нет. Ну, это хотя бы не нарушение же на маскарада, правильно? Это криминальное нарушение. Это немножко другая вещь. Полиция сдается. Блин, как классно. Полиция ищет, полиция сдается. Ну, хоть вы увидели, кто смотрит все выпуски впервые за всех них, когда я такое сотворила. Потому что зверь, как говорится, все-таки был сильнее меня. И хотелось очень сильно пить. Да, мы сейчас тебя выпьем. Жаль, что она такая слабенькая. В даунтауне, там ближе к бару все-таки. А, денег накопилось, отлично. Спасибо, и 500 долларов срабатываем. Ходит здесь дама в черном платье, точнее, где-то между домами. Вот ее, если пить, очень много крови, прям половинка целая заполняется, наверное. Прям прекрасный источник живительной силы. В принципе, все, что я здесь хотела сделать, я сделала. Ну, разве что. Можно, конечно, зайти домой. По-моему, последний раз, когда мы в Чайна-тауне поднимались, здесь хвостик поднимался тоже. Но я сейчас не буду врать, что-то... Hey. Привет. А, что? Террор Эдапи. Окей. Ладно, привет, хорошо. Слышала что-нибудь интересное? Что сейчас происходит? Да, много чего, но это мои тайны. Второе, не, а ты? Третье, а как оно там внутри? Третье, немного тесновато. Первое, ну, так какие новости? Второе, да уж, не сомневаюсь. Блин, я впервые такую штуку вижу, это круто. Хорошо, какие новости? Слышала историю о тунце и поваре? Нет. Тунец заходит в суши-ресторан и говорит повару: «Эй, ты убил моего отца!» Повар говорит тунцу: «Это мое дело, рыба!» Тунец думает над этим, говорит: «Тогда сыграем партию в шахматы. Если я выиграю, ты навсегда бросишь работу повара. А если я выиграю, — спрашивает повар, — ты сможешь накормить мной посетителей?» — отвечает тунец. И вот повар и тунец играют в шахматы. Тунец любит играть в шахматы. Уже через пару ходов повар получает шах и мат. «Ну что ж, похоже, я выиграл», — говорит тунец. Повар кивает и распарывает ножом рыбе брюхо. «Но я же победил», — говорит тунец, чувствуя, как нож проходит сквозь его кишки. «Как и твой отец?» — говорит повар. Жестко. Первое, до меня не доходит, и второе, да уж, понимаю, и третье, лучше переключи канал. Ладно, второе.
До свидания и приятного тебе вечера. Тебе тоже. Слушайте, я впервые это вижу. Это круто. Это что? Это проклятие Малкави, он так работает. Но это реально шикарно. Три непрочитанных письма. Почта. Спасибо вам, четверка. Спасибо вам от Виви. О, милый сородич, еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Я хочу, чтобы вы знали. Я не шутила, когда сказала, что обожаю вас. Вы заставили меня почувствовать, что мир не столь уж мрачен и безысходен. Надеюсь вновь увидеть вас в своем клубе и в своих мечтах. С любовью, Виви. Пятая муза поэта. Опять от Виви. О, я надеюсь, что ночи были к вам благосклонны. Сегодня я много думала о вас и, должна признать, меня это вдохновляет. Я написала это для вас. Не может смерть убить любовь. Сердца мертвы, но не разбиты. Один поцелуй и прорастут вновь. Цветы любви на моей могиле. Вам нравится, Виви? Окей. Окей, хорошо. Слушайте, у нас написано e-mail для Sackhead. Разве когда-то это было? Там, по-моему, раньше было мое имя. Черт. Ладно, 6 компаний. Компания от друга. Успех компании зависит от того, что предпримет твой противник. А что предприму я, никого не пугает? Так, у нас что-то должно было быть, по-моему, от Виви. Здесь, как компенсация. Может быть, это внизу? А может быть, это будет не здесь. Нет. По-моему, он нам должен был прийти постер с Виви. Ну, ладно. Эй, я не вижу Виви. А где она? Моя звездочка вон танцует. Мне единственное, что не нравится, что они здесь танцуют слишком активно. Классно, конечно, пол сделан. Да и вообще, дизайн интерьеров здесь меня привлекает. Вот он, проход к Носферату. О, как меня зашвырнуло сразу же. Значит, это направо. Наверное, вот это. Да. Ой, это что? Ладно, не спрашивай. Ты видела газеты? Она покончила с собой. Можешь в это поверить? После того, как эта история попала в таблоиды, она заглотила половину баночки валиума и запила грязным джином. Джином. И запила грязным джином. Лучше просто и быть не могло. Первые мои руки в красном. Итак, где зеленые? Второе, мне не нужны твои 30 серебряников. Оставляю тебя с твоим кармическим проклятием. Ну ладно, где зеленые? Вот, ты определенно их заслужила. Жизнь богата и мертва. Я покидаю тебя. И второе, эти деньги омыты кровью. Прощай. Ну, первое. Все же первое. А что это такое? Давайте сохранимся, прежде чем у нее что-то тырять. И не будем рисковать. Потому что, а вдруг? А вдруг это какая-то ловушка, подстава, она у меня сейчас разозлится. Или еще что-то. Тайны Сэшенс. Супермодель застукали с бойфрендом Ламой. О май гад. Да, я случайно чуть не применила дисциплины. Ну, в общем и целом все. Я так понимаю, мы закрыли. Так.
напиши книгу из особняка Джованни, но там квест вообще забит, просто забудьте о нем. Тем более, как ни крути, но мы получаем какие-никакие, но очки, все-таки 12 очков мы получаем. И, к слову, я могу себе повысить интеллект. Оттого у меня вырастет обучение. Привет. А, да, катана. 367 всего лишь. А у него, кстати, есть все остальное. Ну да, амулет феи. Катана. Привет. Что мне еще нужно, помимо катана? Мне еще нужно... Так. Амулет феи. Плюс один к ловкости. Ага. Сердце Лизы. Обладание сердцем Лизы добавляет одно очко к владению холодным оружием. Да. Тоже должно было прибавиться, но почему-то нет. Ну ладно. Пакетик крови. Пакет голубой крови. Ну, парочку пакетов надо иметь в коллекции. Опа. Джиггер спас. Тоже знакомая пушка. Слушайте, классное оружие это попадается. Ну, садовый серп мне не очень интересно. Он, скорее всего, размахиваться будет, как вот эта вот кувалда. Эй! Ты что, купилась? Мне нафиг ты не нужна. Уйди отсюда. Обалдеть вообще. Я хотела бы, наверное, продать какую-нибудь пушку, но стоит всего лишь 8. А что ты делаешь? Зачем ты дабл кличешь-то? Видите, она покупает и продает задешево. Ладно, от греха подальше, пойдем отсюда, потому что сейчас какая-то нездоровая фигня была. Я купила серф, потом опять его продала, потеряла в итоге, наверное, 300. Потом я случайно то же самое сделала с оружием, потому что моя мышка решила продабл-кличить дважды. Ох, хорошо, что я хоть катану купила один раз. А то это была потеря-потерь, конечно. Да. И амулеты тоже в единственном числе. Что ж, знаете что? Мы, наверное, сейчас... Ага, игра сохранилась, хорошо. Ну, мы на всякий случай еще же можем это сделать, да? Потому что мало ли что произойдет с автосохранениями. Мы сейчас сохраняемся и завершаем этот выпуск. Продолжим в следующий раз. Пойдем растерзаем общество Леопольда. И мы знаем, как открыть маскарад, и нужно ли нам это делать. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Обязательно. Всем пока-пока и до встречи.